Крупные фигуры в сфере криптовалют и международных платежных систем владеют огромным количеством монет. Добро пожаловать на watchmojo.com. Сегодня мы поговорим о 5 самых богатых владельцах биткоинов. Для этого списка мы искали только отдельных людей с самыми крупными суммами биткоинов, не беря в расчет правительства и организации. Номер 5. Тони Галиппи. Сегодня поставщик финансовых услуг BitPay — это крупнейший в мире обработчик платежей в биткоинах. Во главе компании стоит ее текущий президент Галиппи. Цель BitPay — помогать бизнесу и предпринимателям с внедрением нового поколения платежей через интернет. Сооснователь BitPay вместе со Стивом Пером рассказывают о биткоине на множестве медиаплатформ. Они были приглашены на прочтение лекции в Сенате США, выступают посредниками во многих инвестиционных проектах с участием таких влиятельных персон, как Ричард Брэнсон, основатель Virgin Group, и Джерри Янг, основатель Yahoo. Хотя точная доля акций в биткоинах Галиппи неизвестна, многие считают, что эта сумма составляет около 20 миллионов долларов. Номер 4. Чарли Шрем. Этот биткоин-плохиш рано проявил свои предпринимательские способности. Он начал собственный бизнес с принтерами и компьютерами еще в старшей школе. Но его амбиции были намного больше. Он стал сооснователем и заместителем председателя ранее существовавшей платежной системы BitInstant, а также сооснователем Bitcoin Foundation. В 2014 году он был арестован в международном аэропорту имени Джона Кеннеди за подозрительные деловые операции, включающие отмывание 1 миллиона долларов в биткоинах. Шрем вышел из тюрьмы в 2016. Несмотря на его проблемы с законом, он продолжает принимать активное участие в сфере биткоина. По некоторым подсчетам, он владеет приблизительно 45 миллионами долларов США в криптовалютах. Номер 3. Роджер Вер, известный также как Биткоин Иисус. Роджер Вер – уроженец Америки, который отказался от гражданства своей страны и переехал в Японию. Стал одним из самых первых крупных сторонников биткоина, точно предсказал взлет его популярности и цены. Сейчас он является генеральным директором Bitcoin.com, веб-сайта, цель которого — принести биткоин в массы. Роджер Вер также участвует во многих стартапах, занимает либертарианскую политическую позицию и является защитником биткоина. Несмотря на то, что у него были проблемы с законом в связи с продажей фейерверков онлайн, сегодня его состояние в биткоинах насчитывает более 50 миллионов долларов. Номер 2. Тайлер и Кэмерон Уинклвоссы. Возможно, вы помните этих близнецов из фильма «Социальная сеть» 2010 года, где их сыграл актер Арми Хаммер. Ты создаешь собственную страницу, интересы, биографию, друзей, фотки, и другие могут зайти к тебе попросить твои данные. Да, и чем это отличается от MySpace и Friendster? Несмотря на то, что им не удалось заполучить Facebook, о чем рассказывается в этой киноленте, они получили выплату по соглашению в размере более 60 миллионов долларов за участие в создании и разработке веб-сайта. Большую часть этой суммы они могут инвестировать. Одной из инвестиций, а именно инвестиции 2013 года, стало вложение 11 миллионов долларов в биткоины, благодаря чему они получили огромную прибыль. Сейчас их состояние в биткоинах оценивается примерно в 1 миллиард долларов. Выкуси, Цукерберг! Номер 1. Сатоши Накамото. Крупнейший владелец биткоинов одновременно является также самой загадочной фигурой этой сферы. После изобретения криптовалюты в 2008 году этот неизвестный человек ушел из публичной жизни, заставив многих гадать, кто же он на самом деле. Сегодня есть лишь несколько доказательств его существования, включая переписку по электронной почте. В то время как некоторые заявляют, что они и есть Сатоши Накамото, доказательств до сих пор недостаточно. Существует ли этот загадочный гений или нет? Кем бы он, она, оно или они ни были, состояние Сатоши насчитывает примерно 1 миллион биткоинов, что приравнивается более чем к 6 миллиардам долларов. Больше информации о биткоине и свежие новости на сайте bitnovosti.com. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, рассказывайте друзьям. Поддержите проект, переведя немного биткоинов по адресу на экране. Это поможет продвижению биткоина и его распространению.